Всем привет! Найден видеопроф, как две женщины выбрасывают бюллетени в урну. Это произошло в Люберцах. Вот она посматривает. Бац, кинула бюллетени. Вот еще берет. Так, незначительно спиной. Оборачивает, закидывает, бац, еще стопочку. Вот так президент Путин и остается президентом Путина. Прикольно. Вон, скорее еще. Наверное, женщины хотят пораньше уйти, засчитав всех голосующих, которые по прописке прописаны. Чтоб поскорее закончить эти мучения. Им же чуть ли не аж до 8 вечера сидеть там. Пораньше уйти хотят женщины. Жульничают. Ну вот и все. Один видеопроф был найден. Но это уже никак не повлияет на выборы, но было прикольно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.